Nokia 6500 Classic. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике Nokia 6500 Classic. Металлической лопаткой поддеваем рамку с дисплеем со всех сторон. Загибаем дисплей на клавиатуру. Затем откручиваем винты на раме, в которую вкладывается дисплей. Придерживая верхний шлейф, снимаем поддисплейную раму. Далее отщелкиваем разъем дисплея. После всего пальцами выдавливаем дисплей из рамы. Новый дисплей вставляем в раму. На плате защелкиваем разъем дисплея. Разворачиваем дисплей, чтобы закрепить поддисплейную рамку. Закручиваем винты, фиксирующие поддисплейную рамку. Разворачиваем дисплей в обратную сторону и защелкиваем его в рамке. Все, дисплей заменен.